За настоящим искусством больше не нужно идти в музей. Современные стрит-арт-художники создают шедевры прямо на улицах. Новый проект «Краски города», организованный при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи, призван сделать серые пятна столицы яркими и запоминающимися. При этом изменится не только урбанистический рисунок города, но и настроение его жителей. Все детали проекта выяснила наша съемочная группа. Стрит-арт – разновидность современного урбанистического искусства. Несмотря на то, что история настенных рисунков уходит в далекое прошлое, сегодня стрит-арт как никогда актуален и распространен в крупных городах. В Йошкар-Оле арт-объектов не так много, и большинство из них – творчество Ильи Белова. В стрит-арт я пришел 8 лет назад. Получилось все случайно. Увидели, как рисуют ребята на стенах. Захотелось тоже попробовать. И вот мы купили с друзьями первые баллоны и пошли на заброшенные стены рисовать. Просто в один прекрасный момент понял, что нужно либо бросать, либо идти каким-то более серьезным путем. И вот решил пробовать усложнять свои работы. И как-то так тоже постепенно вышел на другой уровень. В один момент просыпаешься и понимаешь, что ты стоишь на месте, но нужно либо завязывать с этим, либо как-то что-то предпринимать для того, чтобы развиваться. Настенный рисунок создается поэтапно. Сначала появляется идея, потом зарисовки. Когда изображение готово и отредактировано, оно переносится при помощи проектора на стену и раскрашивается. Стрит-арт – это осмысленные и композиционно сложные работы, в отличие от граффити, основной посыл которых – протест и разрушение. Однако зачастую именно граффити становятся более популярными. Людей много, но люди не знают, как это попробовать, боятся попробовать рисовать баллонами. Хотя интерес, я думаю, бешеный. У людей страх, что они, допустим, напишут человеку, и он им не ответит или посмеется, или что-то такое. На самом деле все ребята простые, все отвечают и делятся советами. Попробовать себя в роли художника сможет каждый желающий в рамках проекта «Краски города». Основная его цель – создать новые культурные традиции и сделать столицу Мариэл более привлекательной. Стрит-арт – это не просто рисунок, это для меня, по крайней мере, это большая часть моей жизни. В каждом рисунке зашифрован свой посыл, свой код, который каждый человек воспринимает для себя по-своему. То есть люди видят рисунок и пытаются найти что-то понятное для себя в нем. Проект Ильи Белова – новый этап не только в его творческой жизни, но и в истории Йошкар-Олы. В течение почти 3 месяцев жители республики смогут бесплатно обучиться тонкостям стрит-арта, посетить лекции известных художников и попрактиковаться. Итогом курса обучения станет работа над 7 арт-объектами, которые украсят улицы столицы уже к концу октября.